Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои дорогие, любимые! Приветствую вас всех с пасмурного Таллина. Мы из Эстонии. Tere hommikust вам всем! Мы, значит, с мужем сейчас будем завтракать. Я вам покажу, что я делаю на завтрак. И сегодня, вот я смотрю, у меня в холодильнике завалялся лаваш, и надо из него чего-нибудь нам с вами сейчас сделать на завтрак. Как я отросла, как я заросла, боже мой, нужно собираться в парикмахерскую. Надо записаться и в парикмахерскую. Но об этом позже, а сейчас мы будем с вами заваривать кофе. И кофе нет. В общем, как-то кофе весь кончился. Какой хороший на Мальте накупили кофе. Насколько я не очень растворимая, здесь такие капучины были. Ой, какие и кофе. Все кончились. В общем, делаем завтрак. Сегодня на завтрак сделаю пиццу за пару минут и делаю ее из лаваша. Я делаю такую пиццу иногда, когда у нас вот есть лавашик, вот нам с мужем на завтрак очень чудесно. В общем, беру вот такой кругленький и режу его на всякие мелкие полосочки. Вот прям можно сложить, знаете, даже вот каким-то, как я не знаю, как рулетиком там, что вот прям вот так вот тонюсенько вот так вот накромсать. Вот он немножко подсыхать стал по краям, что-то мне не нравится делать его самостоятельно. Обычно я самостоятельно из этих кругленьких что-то делаю, иногда пиццу. И вот сейчас очень даже. Почему бы и нет? У меня завалялось где-то две сосиски. Что-то как-то у нас особо ничего больше нет. Сыр есть, две сосиски есть, яйца есть. И, конечно же, голодный кот, который не ел 5 минут, он тоже есть. 5 минут не ел кот, да. Ну что? Что? Некормленный, несчастный. Нет, танцую, да. Ай, дайте, подайте. Подайте кусочек сосиски, колбаски и сыру, подайте. Ты дрессированный кот на задних лапах. Я поняла. Тебя в цирк отдать, что ли? Ты прямо как у станка балетного кордебра. Так, нарезали, теперь это кидаем на сковородку. Капельку масла, можно без масла. У меня с маслом. Ну да. Ах, как бы ты бы хотела бы в полный рост, чтобы здесь бы видно было. Я же тебе ставлю стул часто, да? Ну, вставай, давай стульчик подвинем, и ты будешь видеть тогда, что я делаю. Давай, стульчик подвинем, давай, ты залезай. Стульчик подвинем, ты залезай вот на стульчик. Будешь смотреть, залезай. Так, значит, теперь мы это все кидаем на сковородку. Вот это все похожее на лапшу. В мисочке взбиваем два яйца, можно каплю молока, солим, перчим, вот так чуть-чуть. Муж любит поострее, а я нет. Я иногда прямо делаю эту пиццу, как сказать, пополам части делю. Вот правая сторона это поострее, левая помогает там как бы, ну не такая острая. Чуть-чуть сбила вилкой, добавляю немного молока. После вчерашних съемок куда-то пропал штатив снова. Маркиз скромно тупит взгляд. В общем, соль, перец, вот так вот с болтушка и заливаем наш лаваш. И потом вообще так все просто, что вы даже не представляете. А завтрак за 5 минут у вас готов. А залила, в общем, получается у нас вот такая картина. И теперь на эту картину мы можем, может быть, капельку кетчупа, завалявшиеся две сосиски, колбаски, помидорчик, что там у вас есть, сыр сверху. И все, пицца готова. 5 минут. Меньше. Вот так вот. Немножечко кетчупа все-таки положу так вот. Чтобы приснятины не было. И потом сюда вот так вот к
колбаска там, ну что у вас есть? У меня, я нашла только две сосиски, еще какая-то салями у меня всякие много. Вот салями у меня много. А вот так вареной колбаски как-то уже и нет. Мы покупали с вами куриную одну. Вкусная такая была. Вот, помидоры тоже все ушли когда мы делали с вами мясо, запеченное с овощами, с баклажанами в духовке, все помидоры там. В общем, ну так, еще салями наверх. Она, конечно, жирная такая, мне бы не хотелось, но ладно, утро. Ну, в общем, вот так вот. Теперь все это присыпаем сыром, кладем под крышку и вуаля. Кофе, кстати, у нас тоже кончился. Ой, ну, короче. Ой, салями вкусная какая. Салями вот это вот из Лидо. И два вида сыра. Итальянский. О, сыр вот такой у меня. У меня все сразу посыпное. Я для таких вот целей, чтобы потом не возиться. Ничего не натирать. Не люблю я это. Вот один вид сыра. Два. Второй вид сыра. Надо было сделать просто из сыра. Второй бресто. И сказать, что это пицца с тремя видами сыра. Знаете, как пиццериях. Все, под крышку. Потом разрезаете как пиццу. Здесь, смотрите, завтрак какой. И делать нечего. Ни тесто вам катать, ничего не надо. Все. Крышкой закрываем, ждем. Очень вкусные рецепты. Рекомендую. Мяу. Ай, нашла в холодильнике кусочек солененького огурчика. Сейчас прокромсаю его, еще успею туда запихать. Короче, пицца простая. По-эстонски это называется «нетала рингвате». Все, что кусочки ненужного остались в холодильнике, остатки всякого за неделю. Все туда. Ну, в общем-то, пицца это и есть так. Правильно, это же было изначально придумано именно с таким расчетом. Все. Еще парочка минут под крышкой. И наша пицца готова. Все готово. А я выключила плиту. Штатив не нашла. В общем, ну вот такая вот она, как бы получается, основа. Буквально. Ой. А буквально ее можно прямо такие даже на блюдо выложить. И все. И сейчас мы с вами еще петрушечки покрошим наверх. И вот я сегодня эти... Вот сегодня точно ножницами надо, потому что здесь марать доску ножницами легче. Ножом, в смысле, марать. Вот, видите, ножницы. Вот такие. И вот так вот. Пахнет вкусно. Немножечко присыпем. Сейчас разрезаю. Вы приготовили свои тарелки? Я аж на всех на вас делала. На нас и на вас. Давайте, готовьте кружки с кофе. Присоединяйтесь ко мне. Готово. Ой, ну что, плохо, да? За 5 минут-то. Господи. Нормально. Не тесто, ничего, лаваш просто. И вкусно, кстати. Очень рекомендую. Все, на тарелку такой переложила. И сейчас будем разрезать. Красота. А вот ножа-то для пиццы у меня нет. Обычным режу. В общем, вот такая. В общем, вот такая. И очень даже. О, чувствуете? Да, пахнет как. Да-да-да, угощайтесь. Вот теперь можно точно руки к экрану тянуть и рот открывать. Вкусно. Все, мы завтракаем.
Очень вкусно, слушайте, ну очень. С удовольствием кофе, остатков кофе напились. Вот, и теперь будем какими-то домашними делами заниматься и строить планы на будущее. У нас кое-какие есть планы, ну, об этом чуть-чуть попозже. А когда выйдет этот ролик, выйдет это видео, уже будет 14 февраля, завтра. И, значит, этот день друга. Я не знаю, как вы относитесь к этому празднику. Очень многие кривятся там, да, все это. Ну, в общем, для нас, для меня это день просто друзей, просто... Даже не только близких людей, просто друзей. Да нас с вами. Вот у нас с вами как раз 14 февраля. День друга. Мы же с вами други. Други, ну вот. Я вас поздравляю вот с этим 14 февраля. Будем относиться к этому как просто, как к дню друга. И, в общем, повод пожелать что-нибудь такое, выразить свое отношение. Хочу вас всех обнять, выразить то, что вы очень мне все дороги. Спасибо за то, что вы со мной. Я вас всех очень люблю. Всех-всех обнимаю. И спасибо за то, что вы подписываетесь. Мне очень-очень приятно, что подписчики на канале растут. А когда вы еще замечаете, это вообще здорово. Обычно зрители не замечают этого прироста. Вот. А сейчас вот я говорю, мы будем заниматься кое-какими делами, какими я расскажу вам попозже, на днях. Но в парикмахерскую записываться точно нужно. И не только в парикмахерскую. Заросла.